Я вас приветствую, дорогие друзья. Йо вас улусти мас приятень. Так. Ашапотк. Майртаска мантерзят. Лигатура и компроста. Ангасатум лок есть у ниндей. Калитати ди интернет есть у майбуна. Так. Салут, но нем возу дефарте мутим куду мне вастре. Кер сэштицка дичизя мя ден старт ярака. С ласэм печей кари шау асумат гувернаря солидэм мусуты дидзили. Ашак мус фащам лумя чивилизаты. Там туата часто перевады. Амучаркат. Сфиула курент к чей сантемпланцара. Кредец макуноск фарти бене. Шен детали деспре. Дежа унили комбинаций. Оранжати ди чинева один ламень бунь. Унили схеме. Кари куда мне жут энгели мели. Дежа сау унили сау репорнит. Алтели скряза, но дартати чести лукру. Мям пропус, цели дискутем тут уж до паусы дизели. Плать шавану он цалек, шавану куноск. Вы понимаете, я знаю, что такое приходить в власти, когда полная разруха. И на самом деле 100 дней это период, в результате которого любая власть, неважно это местная власть, либо правительство имеет шансы показать свои качества как менеджеров, как руководителей, какие принимаются антикризисные решения и так далее. Но то, что произошло позавчера, а именно задержание, возбуждение уголовного дела и последующий арест генерального прокурора Александра Дмитриевича Стояногла, не дает мне возможность выждать паузу, взять паузу в 100 дней для того, чтобы и дать им какое-то время. Потому что то, что произошло позавчера, поверьте мне, что даже те, кто сегодня ликуют и хлопают в ладоши, браво, ламень бунь, а с демонстратка пати, сук чес, новый прокурор, генерал интеримар. Кершевой сцене, сменьте костряка, ну андизели, да, стряка, дуарка эти валунь, жду паса с бамынка смынили, кукаря отцапала удат, беспределу, интерконтиненталкум, зачем приятен для мил, карио вот лок алаты. Значит, позавчера задержали, возбудили уголовное дело и задержали генерального прокурора страны. Все произошло за несколько часов. Я видел людей в шоке, к ним причисляя себя, и видел ряд дебилов, которые хлопали. А вы же знаете, что дебилы это как бы, ну, это частая практика, когда какое-то кино показывают, например, в Костюженах, и люди хлопают. Но эту тему поговорим чуть позже. Произошло на самом деле ужасно. И я, как никто другой, понимает всю трагичность этих событий, которые произошли позавчера. Потому что то, что делали Стояногла последние месяцы, вовлекая его в политику. Человек занимался своим делом, его вовлекали в политику. Его вовлекали в политику. Те, кто еще у него обвиняет в том, что были какие-то политические заявления, у него просто не было другого выхода. Значит, все эти люди, они пачкали его Платоном. Да, я согласен с тем, что Стояногла фамилию увязали с фамилией Платона и под это начали хоронить. Особенно те, которые ни в чем не разбираются. Которые понятия не имеют, что такое оперативное дело, что такое оперативная разработка, что такое уголовное дело, как оно возбуждается, на основании чего и так далее. А поверьте мне, что большинство людей, которые сегодня руководят страной, они не могут отличить инструкцию от утюга, от Уголовного кодекса Республики Молдова.
И также пачкали меня. Вспомните с 2014 года. Как приехал в страну, усатый есть и финансадий, плохотнюк, сосунок, плохотнюк нас убивает, снимает с выборов, сажает людей в тюрьму, Цуповича за убийство Ковкалюка, Корнела Марару за госпереворот, мне там уголовное дело, контрабанда на авторы, третье, десятое и так далее. Значит, и я знаю, как работает наша медиа, ну я говорю про медиахолдинг плохотнюка тогда, да, как убивали меня. И то же самое линчевали Стояногло. Почему? Потому что Стояногло не хотел быть любимчиком у наших многих НПОшников. Он не пытался стать любимчиком для журналистов. И он за это ответил. Он поплатился за то, что он просто занимался своим делом. И те, кто кричали, даже некоторые специалисты, люди с юридическим образованием, Лола Сац, Фуга Пеплатон, на дущий миллиарду напой, Вамень-бунь, да... Спонезом ворог, да кари один лидер и ноштри полич. Ай кио, лан стабилит, плохотнюк ин Истамбул, лам идентификат, я кол, лам информат маюш, прокуратура генерала. То есть. Да кари министру, кари президенте, кари премьер-министру, лаврюн тылнири, кому лоджи сей, успус, бай вами бой, не окану я вем, актив видел у плохотнюк ин Европа, я каза скуднен турча, житай сладу какас, не минов окутник. И человека просто линчевали. Да, я, как и все многие из вас, понимал, что Стояногло хотят убрать с должности генерального прокурора. Потому что на должность генерального прокурора хотели посадить послушную обезьяну, которая просто будет выполнять команды. Так, как это было при Плохотнюке. Потому что основная масса людей в нашей стране, которые приходят к власти, она сразу ловит от этого кайф. И критиковали предыдущую власть. За то же самое, за быта, политика, прокуратура мою, делают то же самое. И мы с вами являемся свидетелями всего этого. Я понимал, еще раз повторюсь, я знал, что уберут Стояногло. Но они его не убрали. За то, что он своеобразный. За то, что он не хотел там кому-то понравиться и ничего для этого не делал. Это может быть где-то ошибка политики. Такая же ошибка в политике была у меня. Потому что оно штрихи фасел. Сдущел, уну фасел воздушно-дыхательные процедуры субмасла мозг, валту лабруксел, фелсел или дурел, дар и мерзеву нынька субцием скоп. Йо тот нам фасташа. Йо нам а вот медиаплан, нам вот стратегия. Ага, аста тресли спусть ли плачла европень, аста сли плачла руш, аста сли плачен гагавози, аста сли плачла ноша манипуль. Я всегда говорил правду. И я всегда... Я всегда был человеком, который не пытался кому-то понравиться. Я всегда предпочитал быть самим собой, быть настоящим. Это самое главное. У меня никогда не было маски. И этой маски, поверьте мне, не было у Александра Стояногло. Pentru mine era foarte important ca să comunic mai mult cu cetățenii, ca moldovenii să înceapă a citi corect realitatea. Nu mizeriile de bogate de un holding sau de altul. Nu lecțiile date de un ONG sau un altul. Dar oamenii să înceapă a gândi și oamenii să cunoască adevărul. Dar real nu să-l cunoască, dar să-l citească. Ca a citi corect realitatea, ca să știți asta, este un lucru foarte important fără care, dacă oamenii n-a să ajungă la acest lucru, Republica Moldova n-a să aibă, nu poate să aibă un viitor. Toți își dădeau cu actorie și cu actorie, cu părere de rău, să dau mult și astăzi. Eu când văd mesajul președintei, doamna Maia Sandu, care spune că ce ține de reținerea lui Stoianoglu, nu știu, nu cunosc, să-ți expui procurorul de pe dosar. Doamna Sandu, eu am votat contra corupției, contra culocul împreună cu mulți cetățeni. Dar eu nu-s balvan. Și balvanii în țara noastră, cână-s mai mulți, cână-s mai puțini, cână-s mai puțini, dar eu totuși sunt sigur că lumea celor care au creier sunt deja mai mulți în țară.
Керкридис, когда у меня вас, точнее, вас кряды к прокурору воздечеда, депидосар, сылорецис, нулорецис, сылорестез, нулорестез, прокурору депидосару, луис, стоя ногу. Ну, что я скри. Так мы не поним, вене Лорена Бог за сылпу из факу на диктант онлайн, елен кувенту додо нас факу обс предыдущий грешель. Ними астазы доу дзили, ну, ворбешти лукру элементари, уамень бонь. К. Ачест прокурор Фортуна. Есть кумнату лукомпан, карьера жевла Печековска, но винит примадат вами. Будем шоу факут куалити блока ком, кусоча лишти. Компан, ши Фортуна, сент вамни карьевьё васигур каз нос крису набзац. Андозару лыстаногла, понусу консультатку, виорел мораль, штиц форти бенищине есть. Булат, фарекари, ну, фача немик. Ниш, это, корямой ланой уляк прокурор, интермар, со второй попытки, не решит фамилия один каз, Робу. К Робу, к компан, фары Булат, и ну, фак немик. Асас моя санду, эл презент пи прокурор и генерал интермар, а Мацелеск статья колу Булат, кари держанишну и прокурор. Фос прокурор генерал интермар. То есть сегодня появились те же смотрящие, те же группы, которые фащил кикими пятим полуплохотнюк. Астас прин вёрел мораль, дому, компан, фортуна, булат. Как бы те же лица, только в профиль, понимаете? Кум астас. Вы кредит с носен тем баранш, кредим, кредим, прокурор, коренуш, тия скри, шаиста упорнит до зарну свою ногу. А если ну порне до сарни шла участковый ладон дужень. Давай к якому прокурору, лад дичизе, патру капти дякузари. Касупра луи стоя ногу, мадресе за мудомлу Литвиненко. Планяза суспичунди коррупцию. Вы давай ясну мит пежи якарево, лад ши е уаз. А супра лор ну планяза суспичунди. А ишь да я каже с куноска мусу нацел пиваркар дентрэнши ладоу. Диношин требасов. Курс гривны, курс доллара, канадского причем доллара. Варас пони 3 секунды. И что курс урлила туать валюты, к теле делуми майбини качи дела с кем бурли валютари. Як общинец нуми двояз. Астас ел, к нам критикат тот с прокурори генераль карьерау. Ну, контяза. Кера Валера Зубкова, кера Харунжин Луплаха, кера Валцин. Ел оператив анконоскут си сантемпланзары майбини катет пасу востру împреуну к социалисти ж даже к Серафиму Рекянычу, залежис, диналянс Молдова ностру. Ши дак ее навем информатик, стоя ногла бага мы на унева, дак яра кредеца макавемся эксплодец. Кьок яра мон каутарик интернационала персекута диплаха. Кьяра мон царю, не шуда ты нам, такут ши нас так. Дарастас, кан есть линшат стоя ногла. Линшат, вой дурну отражи за тенсик, ну ладусын и золото ручиня. Долару дус ларова дэша ка пимбецван, унидук, оляк ди бецыж, оляк ди наркомань. Он залежит, кум умилин лоскос, шкас штиц ащи маскасы дин альфа, с чертавку фортуны шку начальник щелой, к прокурору инстасал скуатен катуши. Его хотели вывести в наружниках, даже сотрудники Альфы были против. Слушайте, он же не бандит, не убийца. Его там, он не будет, не сопротивляется человек, ведет себя достойно, с высоко поднятой головой. Но его хотели унизить. Его хотели унизить. А мы, чей димпас? Лаун один интервидерли, ну, астриану трекот, цени свой менти кент, пчинево вутлок, марифер лакундусер. Вода твой требарь. Есть одеварат квой, колу краску вюрел мурак. Вой не спусну, вой мацминцит. А там вазу денщей кущей вышит стояногла. Да вой так и колобурацку вюрел. Вюрел ку разбой луик. Ела на интера плохой. Да му ела как бы где мой хороший прокурор. Тряба луй. Дар вой астас стояногла демонстрат квой с колобуратку. Вой вас вперед. Швадздус сыл инхамат пи стояногла. И ты так стояногла, а мы целеск ща вавро ес публичи. Репет, врауз верифик информация, аз так фарти импортанта, дар ё мы целеск лаваро шас, трибуя сарэть кум кац вавами бонь,
pentru un culoc ori două era o implicație ca să mute dosarul ușor de la Cahul la Chișinău. Dacă asta e adevărat, dar eu cum am găsit Crolu, credeți-mă, că eu îți găsesc și cu și trebuie să iasă Stoianoglu și cu și nu trebuie să iasă el și cu tete la un loc. Eu oricum îți găsesc. Cum am găsit piloții în Afganistan, cum am găsit Crolu. Dacă, Doamne ferește, o să apară încă probe de corupție, că eu deja astăzi am informații 100% cum unii deputat PAS au băgat mânuța în treucă. În diferite afaceri. Și suma merge, este vorba de sute de mii de euro. Și zeci de mii de euro pe lună. Dar asta le lăsăm pe mai pe urmă. Сегодня объясните мне, увы, все люди, у вас есть родители, у вас дети там в семье. Как вы сегодня могли просто генерального прокурора страны через какого-то прокуроришку, который не умеет писать, возбудить дело и демонстративно ехать к нему домой, сажать его в РУВД и так далее. Кум ворота, ворота Республика Молдова ланивел интернационал. Какому да партнер един экстериор, су сын президентли Майя Санду, гуверну Майя Санду, парламенту Майя Санду. Дар мы по мы не остризаск шии, шиева сигур, качасты, а часто мизерии, организаты, где фортуны исполнители, репет, кумнату лой, компан прокурору, домну Булат, коренули пермите ниж Садуколовичев, так Булата ли спусть, ну, воргязку Майя Санду и нас воргязку Лунди дели, сыни сменить, келы старше. Верел мораль шедя кол. Воу, новый рушинник шиде плохотнюк шора лалтер, шипен скайп, йо трассу заказной, дедуа мне ферешти. Спунецем ворок, вой сентец гата с распундис, пентру фапту. К перкизителю, который с офакут ла стоянуглу он берок, материали щели пенвиорерул, но ажунс ла плохотнюк. Фикс аже кум с офакут атунч комбинация, ла Киевка, но офакут опису целу стоянуглу, проприетар, шпартнерку Платон же аже медипарь. Так вы зентец аже де рэмбо, а без мажоритатя парламентала. Конструец Мосаду Молдовнеск, яка пчаус, вылулат суб нас украинене, жвой тащец кому-то наше. Да ты так нельзя, есть общая установка, стоять, лежать, ши, делать воздушно-дыхательные процедуры под столом. Анцелесис, ты че, ну, вылан спуск, ши, Стамбул, плохо. Ты че, ну, ладучец. Лад, он десант. Ванкипует Сережа Литвиненко, Игорь Гросу, ку носилка. Майштиви около ще не есть, яка. Маркач для строителей и строитель Бонди Лабасов. Здесь я буду мать руки. Ша, ты че, плохо, оказывается. Хайка, ну, птец, плохо. Астя, душецел Платон, Арпишор, каже Маринце, ау кто мет, шинзеч, пуацел еш, Майя Санду субцувар, анзалезис. Дар, вой, аз деструс спиритула маймул с вами. И он возут маймул су санаторь, ай, пасулой, каре, ау критикат дур, а часто мизери, ди комбинации, каре сапорни талалтер. И вы спунял чего? У врут из фака чеешь комбинации за птумана трикота, даже ванну запринит. Кретка, ну, ажун с кулёку для Владимир Георгиевич, Орила, Миронович, Шуляк, Акола, Судат, Осечка. У Ария Ноштри, ну, я у курсу. Ла... Лейдин Израил, он залежит. Шесу оприт. Это просто ужасно. Многие говорят, что вот усатый, вот он исчез, вот он молчит и так далее. Послушайте. Если я молчу, это не значит, что кто-то прав. Просто есть люди, которым бесполезно что-то объяснять. Я хочу, чтобы вы понимали, когда я в онлайне написал, мы граждане своей страны или рыбки в аквариуме. Объясню, почему рыбки в аквариуме. Потому что, чтобы вы знали, доказано учеными, что рыбка у рыбки в аквариуме память 10 секунд. То есть рыбка в аквариуме делает два круга. По аквариуму у нее начинается новая жизнь. Представляете? То есть, когда я смотрю, что люди, которые занимались беспределом при Филате, они были зелеными, сегодня они желтые. Значит, они пытаются устроить какие-то крохоборские комбинации, те же, которые были при Филе. Только сегодня едем из Галги. Да ее вам спуск вара. А на эти идя лезер. Вами будем. Вот так, пщине, вред, скундорец. Дарс, штец.
куркум, стержару эра верди, а мой галбан, да дупащо факуты и кустое ногло, дупащо умилит профессорий, полетишьте, чей день диаспоры, кое аштептер я норме. Пай увни томна, шо пынла примавара, ё васигур, гдин стержара срамы и дуар унили фрунзе. Каря стряка, прин ярну, умет, запады, шеше мэди парти. Астас, вам спус, ка ё децин май мулт информати, ша стрибаск свин с неламурим ку тез флакаиште, ше васигур ё, ка кум вам дать детали астас, ку казу стану глаша разводал информати шпи, ресу моментлу. Я раз инчеркций прием пиводой, конпун мануца пчева, но это другое. Значит, сегодня, еще раз говорю, сегодня сидит в тюрьме Александр Дмитриевич Стоянову. Человек сидит на КПЗ, потому что его просто решили, помимо того, что снять по беспределу, его решили еще унизить. Это является мерзостью, против которой мы боролись. Вавриная, Плохотника, Филата, Дона. И это точно значит, что этого не позволительно делать ни Майя Санду и вообще никому. Сегодня, когда кто-то считает, что он будет делать в нашей стране все, что хочет, этого больше не будет. Больше не будет того, что было при Плохотнике. Больше не будет того, что было при Филате. Вы думаете, что у вас сегодня большинство вам можно? Нет. Вы не имеете на это права, потому что сегодня в стране есть люди, которые начинают думать. У амини бунь штискум, ни ищем плащи, керау бунь дела дистанция. Кынэнти кун спунил на неделе. Квин у амини бунь, да спунил дела дистанция. А мой кон вам не буню винит, став держа фацем фац к вам не дя пропи. Вам не держа вет к... Вам не бунь контролын таста с потерян стат. Ей став держа фацем фац к вам не. Швец или лор держа с вет форте бини. Ну с вет аше... Докну зведя у дела дистанц. Да не эти, кера у дистанции интри попош вам не бунь. Кума дистанции стын фацем фац к вам не и держа с вет форте бини. Шо вам не держа фарти бини сэнд врему рбуни, ку приезу, ку идиотизм. Вы нас пронунцат нимень. Кэти валунь дизели, я та асас, организэм, катэм, эксперт, тенцара, динафарум, план ди модернизари цели. Кум диски, димо фабрика, о фермы ди бовини, ту отказ от учим диаспора, вы луаца ас банин датурей, срадикаца асас, куй ва саларий лишь пенсили. Что для радикас дупа о дедукции к ее кредке в Мавроде дела МММ Дямсон Торс на секрет где три ори. Вам им будет болвани азнус. Ее нам винит им политикам до уми паш пирал до турили эксерни 53 миллиарда. А с из нее пропьем а муж дедзеч. С ей банин до турили среди пенсили. Шкува содемонстрирует злоб так у коррупчик. Вот как мы сегодня наказали Стояногу. Кума не плакут, он журналист у Скрисакул, да? А ще и коря за села переписывая ногла, а почти с ангажа слу Платон, а ще лапры Платон. Ой, Платону факут не вой, еще врут, шпитим полуфилат, шлу Плохотнюк, партиал, шлу Воронин, шлу Додон, ши ее васигур, пац вречь фащас, пац вречь, пац факши врешас. Деварщик пивой, ну, водущ капу, сал приндез не шпиуну, каре у фурат у меди доллар, да ну пешела каре у фурат у миллиона сутуварю миллиард. Я уврал кого я санцелезис. К астас, да к уни дела гувернари. Еще факут. И до раз вами бунь, эс прикольный. Он вацат ау май мульти дипломи интернационали. Дар и каш филат птимп. У Валорли Европени все протяжа, ну все протяжа, все сакупери ку Платон, ку реформе лен жустити, ку Валорли Европени. Ши у факучарил дефакут,
аса сдержа, вот к пасу континуе. Ну, вас в пораз боец, да вы щипа щасас, вы азлас, кумпарас, калош. Пюрмус дуще алай бала базар кумперевого калдарику краска. Фаш три линя албеж спунис гата Молдова продуще адидас. Яка туатька почтецли, вуастрика в укареволе вец асас. Миастыс, митрист, саут, кент домну Литвиненко, финт, журист, ее нам студии журидич. Дарфин, персекутат, андивинит, ши авокат, ши прокурор, жудикатор. Ши нунили моментика на ласкул пиденсу. Пай, инвиня пленч, он залезет. Контакте с уней авокат, журидич, бей, пай, я ше, да, думал, с этой ше. Да, дещи та щес. Дещи астас так, асоциация авокацилор. Дещи так, аз ветерани дим прокуратура, дуар уней ват каясы. Să iasă. Spuneți-mi, vă rog, cum un procuror de rând, din Bălți, Don Dușeni, Cahul, da chiar din Chișinău, din capitala țării, o să meargă în război cu mafia când el vede cum a fost linșat procurorul general. Scoie dacă bespredel și ești ajelul luat pe stăia. Nu, la mine ați mă rog, băcăți. Astăzi este un haos total. Ca să înțelegeți. Să pregătesc reținerile unor procurori pentru săptămâna viitoare. Să pregătesc multe altele. Poate unii și-au meritat. Dar din cauza că voi astăzi tot faceți sub conducere și cu consultanțele lui Vionel Morar și echipă. Că deam Vladimir Gheorghiș Plăcădnioc îi mai dă acolo cât eu în SMS și Пылажут с водуронязка, а стайклар кабу на зима. Димини ну вафи акцептаты, не шо реформы диван жестеть. Шину Димини. Я ворбез Димини, кади чататя. Ну ворбез какума диспр политика, диспр партии. Деварище, деварище, легалитатя, легитимность любой вашей реформы. С Марарем рядом верил, и с бригадой. И с плохишом на выезде. Она не может. Ее просто не может быть. Итак. Я нахожусь по пути домой. Я находился в Рогашке в Словении. 4 дня попил воду. Проводил там санаторное лечение. Когда я увидел, что произошло со Станогло, я прервал лечение, еду домой. Я буду дома в ближайшие дни. Я хочу вам сказать, что прокурором законным Республики Молдова является Александр Стояноглу. И то, в чем сегодня его обвиняют, что он в 2011 году как-то проголосовал. Так за это нужно посадить все созывы депутатов, которые были. И включая уже сегодняшние, понимаете. Дамна Санду. Плохотню кончеркать дисбини сочетать ан доуми ноус предзащен. Ну, ну и легитим гуверну моя санду, легитим Филипп. Ши ёж, мол, салдвича та тень. Шо чалиш тя пропот, он шо прокуду ну. Внук и легитим гуверну моя санду. Астаз, са штец, ка пентру мини, есть легитим прокурору Александру Стояноглу. Точ фащес ва астаз, фащес сначала шлукр, каре он шеркацал факу плахотнюк, к ну-ка легитим гуверну Филипп, что моя санду самозванка, что же мать и парни. Ел, им есть фарти трист. Вой штиц тот фашис, да ну штиц не жжуматать с антемплан царя. Не жду меня вас, как пшеденье царя, ну мой ворбез, ди... Вой не шну штиц чифура воштри, держа ультима улын дизель. Да ее финда Румыния, Австрия, Германия, Словения, пюня мой фосту тот пирада, аста штил. Аста есть фарти трист. Dar despre asta discutăm altă dată. Eu vreau să fac un apel la toți primarii din țară, oamenii de afaceri, уважаемые primari, бизнесмены, люди, против которых были сфабрикованы десятки дел во время Плохотнюка. Вы задышали свободно. Не было масок у бизнесменов, ни у кого ничего не отнимали. Да, Стояногло не хватило где-то резкости. И людей, самое главное, для того, чтобы уничтожить все то наследство, которое досталось нам от Плохотнюка. Но сегодня то, что делает
те, кто руководят страной, правительство, парламент и президентура, они делают сегодня не просто, они же не убрали Стоянугла, чтобы продолжить уничтожение клана Плохотника. Они вместе с людьми, которые обслуживали интересы Плохотника, сегодня хотят построить новую страну. И это очень грустно. Я призываю всех коллег, примаров, мы проработали много лет вместе, с нашей партии, с других политформирований. Ребят, давайте мы не будем рыбками в аквариуме, не будем молчать. Я видел некоторые посты в социальных сетях, что вот, да, плохо и так далее. Ребят, тут надо выходить и трубить. Дак сантемплау мизери диджену аста, румния сауна алстат. Ешел дзезди миди уаминен страды, локалитет селилор. Кумам вазут маймут протестен румния шанал цитат европейн. Лануэн цары, сяште птац, автобусур, маршруч, есть фартрест. Астас, ной требус неапарэм пиной. Йону сер сфит завукас лустая ногла. Дарачес беспредел требуешь его пред. Я считаю своим гражданским долгом, как человека, который родился в Молдове, прожил в Молдове, работал, работает. И я знаю, что для Молдовы еще сделал очень много хорошего. Я считаю своим долгом сегодня прекратить этот беспредел. Я призываю всех вас. Во-первых, прошу своих коллег из нашей партии, руководителей районных организаций, примаров, городов, все. Ребят, начинайте говорить с людьми. Нужно в любой момент быть готовыми ехать в Кишинев для того, чтобы спасти жизнь и честь порядочного человека. Порядочного человека, который, может быть, допустил ошибки. Так же, как и все мы. Но он не был коррупционером, негодяем и подонком, как те, которые были до него. Поэтому я еду домой, я в ближайший день-два буду, я призываю с вами быть все готовыми. Я видел, что партия социалистов, еще некоторые партии говорят о протесте в воскресенье в Кишиневе, беспартийной символике и так далее. Ребят, значит, я однозначно считаю, что сегодня все граждане страны имеют право высказаться. Не ждите, пока вас будут собирать партийные лидеры. У вас есть социальные сети, вы живете в своих городах и селах, где вы можете выйти и высказать свою позицию без того, чтобы вы ждали, что вас привезут те или иные политики. Я обязательно вмешаюсь и сделаю все возможное и невозможное. И поверьте мне, вот как бы по беспределу Стоянугла забрали, вы должны быть готовы к тому, что мы его вместе с народом Республики Молдова, мы его просто обязаны освободить. Потому что это сегодня было не только линчевание Стоянугла. Это сегодня было четкое, это четкое понимание того, что просто не будет больше с ними ни демократии. А с той демократией, которую они сегодня нам предлагают, я думаю, что всем придется просто валить из страны. Потому что при той демократии, которую я вижу сегодня, у вас у всех начнут болеть легкие. У вас легкие будут болеть, потому что в воздухе демократии слишком много. А из-за такой демократии они у вас просто перестанут легкие работать. Однозначно, неважно, будут это протесты, будут это другие акции. Я не хочу сегодня, как некоторые пытаются, якобы там, чтобы помочь Стоянуглу, пытаются одни там реанимировать партию, другие пытаются ее создать и так далее. Ребята, это просто ужас, прекратите. Астас, ной, синтем облигац, соприм диктатура. Ну, анкризотка, анкрити валонди гувернари паслы, Република Молдова, сиван туарчи, ла кувинтили, кари ликунашти туат глоб помытез здесь при Република Молдова, Република Молдова стат каптурат. Купарели дирел спри астамерджи. Я хочу, чтобы
подытожить, обратиться сегодня к президенту страны, к парламентскому большинству, которое говорит, что хочет, чтобы в стране было все хорошо. Вами буни, уприцва. Уприцва калтилос фис уприц. Ашаку анкредера, кажется, вот у норм. Да, да турин фаптул, каца вот соти диванжи, урикари бой дисервит, вой дор... Каца вадим вой скрию по фейсбук, пентру вой пентру те скрию. И у нам аву тим пентру аста. Ши ку парели дирок сау дебини. Am fost așa cum sunt. Cred că totuși că e mai bine așa. Voi v-ați organizat o vânzare și ați obținut un mandat enorm. Dar din mandatul ăsta, din credere, o să rămâneți cu nimic. Потому что сегодня вы заблудились, oameni buni. Вы должны найти дорогу домой. То, что вы делаете сегодня, это как в анекдоте. Вот я вам расскажу, вот что такое сегодня партия ПАС. И, то есть, приведу вам пример анекдот. Сидит мужик, значит, достал его кот. Ба стрика фарфорили, ба белаптили, ба узгрет купкил. Шо муси фащи? Кас терминику беспределу, кас аже кумпаску корупся. Улад мотану, шел души, ансату вечен. Кан винела кас, видик мотану, шеди праг. Ому в шоке. Скай, ладно, кума, дивинел, я майбун. Ну, мотану де по беспредел моей департии. Скорее, копкилу, омкат, лаптили, удурнит, голодильник, кукарнацу. Короче, ежил душ. Ага. А до уара, ну, до конца то вечин, мэрк, трек ди три сать, пюрму фак, ладряпта, анкудол сать, шеллас. Пошел факут, вине напой, мотану, яры лаштяпта кас. А три уара, după motanu gata de-am zijet din mine, zici, las ca mult să arăt eu. Ei el trece trei sate. Merge înainte pe drum. Pe urmă face la dreapta, merge prin pădure, mai trece de patru sate. Pe urmă iar face mai stânga, pe urmă o face la stânga, merge vreo 5 km. Trece două râuri, două câmpuri arate, trei nearate, trece prin popșoi. Dar acolo în timpul ăsta, păi ăsta... Lumea muncește pe deal. Iar mai trece o pădure. Короче, duce, lasă motanul și hop, lăsați, uite, motanul. Sună femeia acasă, zici că, slușai, cot doma? Zici că, da, вот он тут передо мной. Zici că, дай-mi скотине трубку, я заблудился. Залежи. Вот так заблудился сегодня пас. Ну, мой фашист, екзерчители, care le-ați făcut alaltele. Остановитесь. Вы сегодня хотите закопать страну, вам это никто не даст. Потому что да, было сложно с Плохотнюком, потому что у того там свои прокуроры, киллеры, там, негодяи и так далее. Но вы сегодня, поверьте мне, два свистка, три крика «Ура!», а с вострызем пивой «Интруора» с чистой слаху телу динсу бурбили яшлы. Ясно. Ел. Йовина Каса, я считаю, что унижение, еще раз, которое вы позволили себе в адрес Стоянугла, вы не имели права морального этого делать. То, что вы на другое не способны, это ваша проблема. Но то, что вы позволили сегодня преступниками руководить этими сфабрикованными уголовными делами и так далее, но вот за это вы будете наказаны, наказаны жестко. Так, сентец, с вами не будем. А вы зовут к мне воскресенье, как очерут Виктор Фортуна, прокурору Каринуш, я скри, мандат очерут 30 дизелей для арест. Мы не ждекат. Артас пробили. Про Чесу, Луистою Ногла, онлайн. Да вы это сейчас камутани, качал кари Зантурщи Акас. Вы это сейчас камутани, шниш нунумиц уора. Есть он то сарди резонанс, с вами не будем. Есть шесть шпунеск, бэй, так и так, так и так. Значит, свада цара пробили шажа моей департи. Шажа трес фикуор, ще до сары ланая цара. Дарвой аскунтиц вора, лащ вора ще бич деката, ж вагадезням сомутец, пинхэнчеш, ну ж тепионе, кулак, снови, вам не жа моей департи.
Я какие проблемы с ними имею. Мы должны сегодня все объединиться. Обращаюсь еще раз к своим сторонникам. Обращаюсь к своим коллегам по стране. Обращаюсь к другим лидерам партии, которые не были замазаны какими-то коррупционными историями. И реально хотят сделать в стране что-то хорошее для наших людей. Мы сегодня должны сделать все возможное и невозможное для того, чтобы законы генеральный прокурор вернулся на свое рабочее место. А вот эти исполнения, ЧСП, МСП и так далее, все, что они сделали, ну послушайте, пусть они это крутят для себя в дурдоме. Вот и вся ситуация. Поэтому, ребят, будьте готовы. Я выйду завтра, послезавтра, в зависимости, как будут развиваться события, и мы с вами соберемся. Вы просто должны быть все готовы, пожалуйста. Все, кто смотрит меня онлайн, Кишинев, Кагул, Окница, Дондышень, те, кто смотрит меня в Гагаузии, ребят, мы просто выйдем и должны затянуть ручник, чтобы любой тот, который есть у власти сегодня, который придет когда-то власти, забыли слово «беспредел». Я вас обнимаю. Всем хорошего вечера. Пока. И еще раз. Мы не рыбки в аквариуме, которые сделали два круга и забыли все, потому что у них память 10 секунд. Мы все помним. Я вас обнимаю. Всем хорошего вечера. Пока.